Давно лежит у меня такой вот блок питания. Тут получается он какой-то отечественно-импортный. В общем, сборная солянка. Какие-то тут детали вот это явно отечественные. Ну, можно сказать, советские. Может, это позднесоветский уже блок питания. Вот, ну, а какие-то импортные. Вот такой вот достаточно качественно собранный. На вот этой вот железяке снизу там получается вот в этом месте два круглых. Это, наверное, диоды выпрямительные. Вот, а вот здесь транзистор. Ну, это вот силовой ключ. Импульсный блок питания. Вот, ну, на вот этих микросхемах маркировкой импортная. А может, оно все и отечественное. Вот, но с такой маркировкой уже делали. Такой вот блочок. Тут получается 12 вольт, земля 5 вольт. Вот этим вот потенциометром регулируется, правда, в не очень больших пределах. Это просто более точная подстройка. Вот сейчас стоит на 12. Вот тут если перекинуть сюда, то будет 5. Можно, в принципе, как зарядку организовать. Вот планирую себе лабораторничек небольшой забабахать с помощью вот такой вот платы. Давно у меня уже лежит, надо уже как-то это все собрать. Вот просто хотел показать такой вот блок питания импульсный. Его обесточу. Вот конденсатор вроде как кажется вспученный, это ничего страшного, я его мерил прибором. У него ESR хорошее. Все там с ним в порядке, емкость не потеряна. Вот тут можно заглянуть, там немножко видно, что тут вот эти железяки прижаты, это как радиатор получается. Вот радиокомпоненты, которые с той стороны платы припаяны. В общем, такая вот какая-то сборная солянка, отечественная, вернее, советская или российская, непонятно, импортная. Я у человека в таком виде купил, и оно долго у меня лежало. Вот руки не доходили. Просто мне сам вид этого всего нравится, как оно тут оформлено, распаяно, все так аккуратно, красиво. Достаточно качественно. Такой вот блок питания.